Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня первоначально сложился в Византии. В августе из-за жаркого климата страны там часто случались эпидемии. Для того, чтобы избежать болезни, из церкви стали выносить для поклонения верующих распятие – честной крест Господень. Его проносили по местности крестным ходом. Слово «происхождение» в названии праздника как раз указывает на это и является несколько неточным переводом с греческого. В русской церкви этот праздник соединился с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он был установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста. Чудо случилось во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе. В народе он получил название «Медовый Спас» или «Мокрый Спас» в честь освящения меда и малого освящения воды, которое происходит в этот день. Второй Спас, преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, празднуется 19 августа. А третий, перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, приходится на 29 августа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост.